С конца прошлого года жители Чувашии стали получать дополнительные квитанции на капитальный ремонт. С тех пор возникло много вопросов относительно сроков проведения и целесообразности этого ремонта. Администрация Новочебоксарска совместно с газетой «Грани» подошла к вопросу основательно и провела горячую линию с жителями города-спутника. Добрая половина вопросов касалась качества и сроков проведения ремонтных работ. Большинство новочебоксарцев с осторожностью относятся к проведению капремонта. Многие опасения возникают из-за банальной неосведомленности. И задача властей в этой ситуации – продолжить разъяснительную работу. На сегодняшний момент, когда мы говорим о том, что ваши средства будут направлены в фонд капитального ремонта на определенные счета, то люди говорят: нет, мы не верим этому, это неправда, мы не принимали участие на собрании и так далее, и так далее. Вот. Сегодня администрация Новочебоксарска работает, ну, будем так, практически в круглосуточном режиме для того, чтобы объяснить людям, что сегодня это важно. Ремонтные работы в многоквартирных домах Новочебоксарска уже начались. За один квадратный метр новочебоксарцы платят 5,5 рублей, остальное на плечах государства. Генеральный директор фонда капитального ремонта подчеркнула, что вне зависимости от того, где будут накапливаться средства, на спецсчете дома или у регионального оператора, расходоваться они будут только по назначению на капитальный ремонт. Тема горячей линии вызвала очень широкий резонанс среди новочебоксарцев, и доказательством этого стало более 70 дополнительных вопросов, которые поступили до проведения горячей линии. Традиционно мы отвечаем на каждый вопрос через свои страницы. Ответы на волнующие вопросы получили 28 граждан. Обращение тех, кто не успел дозвониться в приемную, также принято в работу. Всем ответят в ближайшее время. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.